Дамы и господа, после тяжелой войны впереди нас ждет еще одна тяжелая война. Черт, опять мне суют желтые травы. Вы издеваетесь, вы просто издеваетесь. У меня уже есть одна зеленая, но без... Ой, желтая, но без зеленых. Красных толку... Да уже толку-то от них вообще нету. Вон красная впереди, а у меня вообще ни одной аптеки. Как вы догадались, впереди нас ждет регенератор. Последний. Последние регенераторы в этом роде. Что-то как-то вид камеры меняется. Что там? Захрюкалось. Есть кто живой? Этих богом забытых тюрьмах. Я где музыка? Я не могу без музыки. Ничего сложного, стреляем. Теперь в ножку. Бам. Ой. Проматывал. Все. Все в порядке. А я там мучился, там стрелял по разным кускам в ногу и... Есть здесь кто? Боксерская груша, только подвешенная за два конца. Странно, что только одного запустили. Могли бы и поболее. Там двух вместе пустить, чтобы очко жим-жим. Да уж. Мне сейчас прям двух вместе. Прям так и надо. Да. Зеленой травы мне так и не дали. Как я сейчас буду воевать? Ума не приложу. Вон она, зелененькая. Сейчас только захочешь как-то сэкономить, сразу же какой-нибудь ушлепок. Первый же удар, и все здоровье улетит. Давайте желтую также. Чтобы не выкидывать. Ладно. Ребята нас уже ждут. Нет, я думаю, как-то не очень целесообразно сейчас кидать гранату. Надо, чтобы они поплотнее. Сейчас столько стрельну. Плёха. Я аж занервничал так. Им, наверное, сказали, пока он стрелять не будет, самим не стрелять. Ах ты козел. Укрепил, что ли, щит? Так, сколько? Две гранаты. Нет, три гранаты. Ладно, одну кину. Вау! Смачная такая вспышечка была. Прям уж. Блин, того арбалетчика не убьешь, сейчас так и будет. Что я все?
все, что ли? Блин, вот же бочка была. Кто закрякал? Кто заквакал? Или может эти бочки для пулеметчиков оставили? Ну вот. Ну давай. Чуть не попал. Я пошел. Обратно, интересно, можно пойти? Какого хрена пулеметчик-то вышел? Я ему еще не давал сигнал, мол, иди, вылазь. Ладно, пойду схоронюсь. Наверное, рано еще, конечно, было бы, но все равно. Что-то меня это пугать стало. Я думаю, разочек можно так. Кто, зная предыдущую мою войну, сколько я там погибал, лучше перестраховаться. Да и вообще интересно, что будет. Это я сейчас вышел за дверь и опять войду. Как они там сгруппировались или разгруппировались. О, опять тишина. Сейчас опять заново всех убивать. Вот весело будет. Нет. Тишина. Ребята, что случилось? Сон час, что ли? Это также стоит. Смотрит, называется. Это кто там стоит? Пулеметчик, что ли? Точно. На тебе втычу, думаешь, я тебя не вижу? Стоит там. Ой, я пошутил. Дядя пулеметчик, я пошутил же вообще. Так. Ну давай, подходи, пулеметчик. Да блин, ай-яй-яй-яй! Да как так можно было не попасть? Это... Как так можно было? Большая бочка, 10 на 10. Ну это, конечно, жесть. Так, этим самым дулом вертеть туда-обратно и не попасть, ну это просто... Ну это все нервы, нервы. Кстати, вы видели, он меня с первого же патрона завалил. То есть... Давай. Где здоровяк-то? Здоровяк, давай! Так. Что придумать? Есть магнум. Дяденька пулеметчик, не бейте меня, мне страшно. Ты мой аватар! Какого хрена?
меня уже бесит. Че он так выходит? Голову свою покажи. Сейчас попробую выйти и опять зайти. Может он телепортнется на свое опять место? Или нет? Если да, то так можно кругаля делать. Выстрелил, убежал. Выстрелил, убежал. Выстрелил, убежал, убежал. Выстрелил. Интересно, а жизнь у него, кстати, восстанавливается после этого или нет? Может, бочка восстановилась? Нет. Точно, он там же стоит. Только интересно, с целыми жизнями или нет? И в кепке опять. Обалдеть. Ну ты кепчинский. Ну давайте. Слепоуху ему. Кто-то там очень злобно ведет. Двери открыл. Да ладно. Я твой аватар. Че он там ыкает? Ыкает. Ну, давай же, дружка. Я вас жду, ребят. Так. Бляха-муха, тебя, солдат, сюда не звали, иди отсюда. Кстати, у меня же спрей еще есть. Да черт. Еще слеп, что ли, кинуть? Успею, нет. Так, магнум, 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 мой родной золотой. Фу! Первый есть. Первый есть. Пожалуй, еще раз пойду сохранюсь. Не хочу испытывать судьбу. И вот опять у меня память начинает подводить. Я не помню. Будет здесь второй парниша. Блин. Заметил, что... Раньше они кричали агиста, а теперь просто. Просто какой-то непонятный набор фраз и рычаний. Ну давай, друг. Ну... Вылез, показался свой прелесть. Надоел, просто надоел. Блин, столько бочек тут можно было, я не знаю, просто вакханалию какую-то устроить. Тут я съем на всякий. Конечно, надо было съесть, если бы этот пулеметчик появился. Так, тут нет никого. Ах ты гад, а! Сволочной парень. Подождал, когда я залезу, и ударил такой спутишка. Я думал, вы благородные ребята, ждете, пока нормально заберусь, смогу вам. Ой, стоит тут карточки какие-то. Ой, ты побежал, давай. Че там в коридор?
пойду, пожалуй, ладно, ребят. Так. Как-то их надо сюда. Блин, они мне все загородили. Весь обзор бочки загородили. Аватар, да вы чё? Нифига себе они бегают, обалдеть. Нет, я лучше спрей съем, а то и спрей вообще в упор не вижу. Я такой бегу, там, я не знаю, уже 200 километров нарезал там. Думал такой спокойно, оторвался, поворачивал прям за мной, как будто по пятам бежал. Да, урод? Отвалите, ребята. Просто отвалите. Так, пока они на земле, быстренький расстрел. Или вот это им поджечь. Обожаю такие кучи ребят, которые... Мама. Давай, давай. Чё-то они все никак встать нормально не могут. Блин, я не знаю, вы бы хоть как-то вместе бы свои головы. Пора пистолет применять. Забавные голоса, конечно. Такой смелый побежал. Не боишься головы лишиться? Он такой, нет, ведь у меня же там плага еще есть. Ну понятно. А вот не жалко этих патронов. Дробашинских. Вместимый магазин. Покупайте, ребята. 100 патронов влазит. С ума сойти. Найти бы такую... дробовикоподобное оружие, которое бы 100 патронов могло вместить. Ладно, пойду на всякий случай еще раз сохранюсь, потому что я не помню, будет ли еще один пулемет. А потом уже пойдем дальше. На норме я бы, конечно, столько бы раз не сохранялся, да и на харде бы, если бы знал, какая контрольная точка, тоже бы дошел до нее и не стал бы, ну просто. Последняя мега-война, где я столько раз помирал, как-то... О! Как-то я даже не ожидал, что у меня столько там фейлов будет вообще. Поэтому я решил здесь особо не рисковать. И напоследок уж... Так, я карточку взял, да ведь? Где она там применяется-то? Ну я здесь практически... Хорошо, я так свой арсенал истратил. Нет. Только пистолетные патроны и один магнум валяет. А, еще 30 ТМП, но ТМП я не перезаряжал, поэтому.
Короче, я богато тут размахнулся. Где эта штучка? Наверху что ли? А чё музыка-то играет? Где там остались ребята? Давайте патроны уже. Хватит меня прятать все. Деньги давай. Хотя нафига они мне сейчас остался впереди? Только Садлер. А, ну почти Садлер там еще. Кто? Кто? Ах ты гад. Говорим по-мужски. А? С ноги на ногу. С глазу на глаз. С ножа на твой арбалет. Арбалетные стрелы, в принципе, не так много жизни забирают. Относительно, конечно, чем там топорами. Отлично. Заработала. Так, что теперь мне кнопки, да, надо нажимать? Или как? Или где? Вот сделали-то, а? Ну, вставил бы карточку, и все автоматически включилось. Так, ладно, второй замок, и все, уходим отсюда. Открыты ворота. Да, у меня что-то это мания на этих пулеметчиков. Оказывается, они двое, но не вместе сразу, а чуть позже. Это я, у меня все переплетается. Пятая часть, где-то шестая, четвертая, и я все... Вроде столько уже играл в этот четвертый Resident Evil. Наверное, единственная игра, которую я раз уже перепрохожу. Обычно я так особо не люблю игры повторно проходить, но если только там лет 10 уже не играл. А идут такие два парня. Да и ладно, я пошутил, я хотел с этого, да, вот с этого тоже бы так хотелось выдерживать выстрел в голову. Просто схватился так. Ай, что-то соринка в глаз попала. Ну все, тут сейчас видео будет. Ох. Как Леону и Эшли вытаскивают паразита. То есть, кто там все эти бочки ставит? С горючим или с чем? Ah, the audacity of youth. Он что, на роликовых коньках? Да, что-то, Леон, пока ты не выглядишь таким крутым. Обалдеть. Леон, now! Давай. Да не, Эшли, ты мне 100 баксов должен. Давай мне 100 баксов. Ребят, да РПГ решение всех проблем. Надо было сразу его найти и бомбить. А не пульками маяться. Эшли, а что? Меня тут напичкали всякой гадостью.
Интересно, если бы ему в голову попадало. Или у него голова такая поролоновая, что пули как бы влетают, а потом... Ну, даже не знаю, как это сказать. А потом вылетают. Влетают, а потом вылетают. Вот зачем они сюда засунули этого торговца, если через 5 метров он опять там будет? Нафига? Нафига? Нужно идти другим путем. А я думал, здесь можно пройти. Вот какого хрена продавец ты тут стоишь, а? Ты ж через 5 метров здесь же будешь. Поэтому прости, друг, ничего личного. Ты здесь нахрен не нужен. Не знаю, зачем тебя сюда поставили. Чё там, записка? Последняя. Как можно выводить эту штуку? Спасибо. Пригодится. Wait. Где там наши ребята? Железные труселя. Ай, как вы мне надоели. Гранаты уже не нужны мне, поэтому горите в аду. Еще слепоуху вам. Ножом тебе еще. Давай, покажи мне свою силу. Яйца тебе, если они у тебя там есть. Вау. Плагистый ты наш. Очень плагистый. Вау. Было опасно. Да ладно, чё я парюсь. Все, хорош уже. Бай-бай, друг. Сердечный. Так. Чё там у нас? Два пути, лево-право. Все равно красный ход. Фигня какая-то. Follow me. А здесь что? Показано закрыто. Вот она. There's only one way to find out. You operate. Я подставлю свою задницу. А здесь другой метод. Ладно. You sure you want to do this? Yeah. All right. Here goes nothing. Щекотка. Вау. Короче, ладно. Сотни врагов убил. 75%. 5 провалов. Здорово. Ладно. Последняя глава нас ждет впереди. Ставим ее напоследок. Ну а с вами был 5P74. Всем до встречи. Пока.